Итак, друзья мои, представляем вашему вниманию что? Огромный набор! Сейчас будем с вами все рассматривать и считать. Итак, набор называется «Мечта хозяйки». Но ведь и правда, мы, как хозяйки, мечтаем о красивой посуде, о функциональной. Знакомимся! Итак, сотейник, сковорода с крышкой. Это раз! Крышка к нему — это два. Кастрюля самого большого объема и диаметра. Вот вы сейчас ее видите на своих экранах, тоже с крышкой. Далее еще одна кастрюля чуть поменьшего объема и тоже со своей крышкой. Еще одна кастрюля. То есть получается 4 кастрюли, и каждая кастрюля имеет свою крышку. Ковш. У ковша тоже есть своя крышка. Ну и, конечно, это потрясающее качество. Олег, кстати, да, какой огромный набор. Ну, 4499 рублей. Это цена. 2100 рублей – это скидка. Бесплатные звонки. Олег, вот да, расскажи, пожалуйста, наборов очень много. Наборов много. В магазинах много, у каждой хозяйки на кухне много. В чем изюминка? Изюминка, прежде всего, правильно сказали, мечта хозяйки – это полноценное решение. Сковорода сотейник, естественно, вы получаете с антипригарным покрытием и самым высоким бортом, который позволяет нам приготовить тушеные фрикадельки с картофелем либо стейки. Но ты знаешь, что здесь написано? Что полный набор для варки и тушения я бы, знаешь, больше назвал. Для варки, тушения и жарки. Вау, да, потому что тушение и жарка – это разные вещи. Это разные. Ну что ж, а я теперь еще хочу раз напомнить, если вы ни разу не делали заказов на шоп-н-шоу, начните с мечты хозяйки. Во-первых, воплотятся ваши мечты хозяйки как владелица качественной, хорошей посуды, а следствие – это вкусная, значит, еда. Да. Во-вторых, вы получаете сразу полный набор, то есть все, что необходимо, каждый на кухне. Друзья мои, теперь о полноценности. Сковорода «Сотейник», который идет в комплекте, позволяет вам идеально готовить прекрасные стейки. Большой. Либо готовить, внимание, тушить любые блюда. Чем принципиально отличается этот набор от других? Давайте перейдем сейчас на чистые, а потом перейдем на саму, конечно же, посуду. Ты знаешь, что мне сообщает наш продюсер Наташа? Она сообщает, что наш режиссер монтажа Алексей сейчас пришел специально посмотреть поближе на мониторах в нашей рубке и сказал, что я, говорит, решил, закажу для своей любимой девушки. Вот делайте подарки, мужчины, делайте подарки, Леша, своим любимым. Алексей, он понимает. Это открытие, ты молодец большой, мы с тобой вне эфира поговорим. Внимание на ручки. Да. Ручки имеют ребра жесткости, а значит, никогда не погнутся. Давайте взглянем. Каждая ручка имеет квадратную форму. Так. Посмотрите. Нет, я поверну вот так вот. Вот и здесь на крышке, и здесь так. Что это нам дает? Более упругость. Другую форму, то есть чтобы никогда не, так сказать, внимание, не погнулось. То есть она на самом деле очень прочная. О! Кроме того, вы дальше получаете многослой. Так, минуточку внимания. Давайте поближе поднесем и посмотрим, сколько слой. Раз, два, три, четыре. Пятислойное капсульное дно, которое равномерно распределяет... Пятислойное? Да, пятисло равномерно распределяет тепло по всей плоскости. Напомню еще раз, возвращаемся к ручкам, что все наши ручки клепанные. Итак, это как? Насквозь. А, насквозь? Да, 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 не холодная пайка. Слушайте, вот, вот это она, да, посмотри, насквозь. То есть они что это нам... прочные, и если прочные, вы, например, вот в этой кастрюле, большой кастрюле. 6 литров. 6-литровый. Если вдруг вот будет холодная борщ, или борщ, кстати, с рулькой, в два раза тяжелее, никогда не оторвется. Итак, напоминаю. Специальные угловатые с ребрами жесткости ручки, которые никогда не погнутся. Многослойное капсульное дно. Теперь что наши телезрители получают? Кастрюлю 6 литров, кастрюля 3,5 литра, кастрюля 2,4 литра, кастрюля, внимание, 1,8 литра, ковш, один специальный ковш для приготовления завтрака, специальная тоже нержавеющая сталь, которая не окисляется, ну и сковорода сотейника. И сковорода. Наш сотейник. Набор оснащен специальными жесткими ручками. Сделайте свой выбор прямо сейчас в пользу качества. Это нержавеющая сталь, это пятислойное дно. И даже у сотейника, вы посмотрите, и здесь еще идет и антипригарное покрытие. Что это такое, аромат? Борщ.
А как нам без борща? Я, кстати, всегда готовлю борщ в нержавеющей стали, потому что эта посуда не окисляется. Кстати, рекомендую борщ готовить не только в нержавеющей стали, но и эмалированной. Но нержавеющая это более подходит, потому что она более долговечная, не окисляется. Самое главное, так, мы приобретаем набор «Мечта хозяйки» и пользуемся им долго, годами. Ведь, конечно же, приятно и посмотреть, взгляд радует так, этот набор. Олег, посмотри, вот на кухне, да, многие хозяйки пользуются. Одна кастрюля из одного набора, другая из другого, третья немножко побитая, у четвертой там уже рисунок подстерся. Возьмите и выбросьте все, избавьтесь от старой посуды и готовьте на новой. Слушайте, ну давайте посмотрим, как завтрак можно с легкостью приготовить. Здесь варятся сосиски. Сосиски к завтраку очень важно, а здесь варится яйцо. Согласитесь, яйца надо к завтраку есть. Обязательно. Итак, 4499 вы оплачиваете при получении. Если вы делаете сегодня свою первую покупку на Shop & Show, то помните, что безопасные абсолютно звонки, безопасные заказы и оплата всегда на вашей почте ближайшей. Вы получите в упаковке, в коробке ваш набор посуды «Мечта хозяйки» и будете пользоваться им долгие-долгие годы. Итак, Олег, еще раз давай подытожим, какие плюсы у этого набора? Какие плюсы? Прежде всего, это нержавеющая сталь, специальные с ребрами жесткости усиленные ручки, которые никогда не отвалятся. Теперь, внимание, еще раз обратите внимание, что здесь специальная нержавеющая сталь, которая долго прослужит. Вы можете приготовить что? В сковороде сотейники, к примеру, протушите фрикадельки, можно приготовить стейк. Можно использовать, кстати, если деликатно, можно заливать тесто и отправлять в духовой шкаф, потому что если металлические же ручки, они же никогда у тебя не сгорят. И, конечно, антипригарное покрытие 4499 рублей. Давайте подумаем. 12 предметов. Разделите сумму 4499 рублей на 12 предметов. Сколько достанется вам за сколько один предмет? А если учесть, что вы будете пользоваться годами, годами, и это выгоднейшее предложение. Звоните, забирайте набор посуды «Мечта хозяйки».